Первый Ярославский день в событиях. Прямой эфир. У нас еще есть для вас новости. Голосуй, где удобно. Мобильным избирателям дадут больше времени, чтобы определиться с местом для голосования. Об этом сегодня заявили на заседании региональной избирательной комиссии. 9 сентября нам с вами предстоит выбрать депутатов областной думы. Специалисты рассказали, что помимо нововведений сохранятся и зарекомендовавшие себя сервисы, которые сопровождали процесс выборов губернатора Ярославской области и президента России. В частности, это QR-коды для защиты протоколов от подделки, система видеонаблюдения и комплекс обработки электронных бюллетеней. У нас был достаточно серьезный процент голосования людей, которые хотели реализовать свое право по месту нахождения, то есть мобильный избиратель, то есть по принципу «голосуй, где живешь». Соответственно, в нашей области таких избирателей оказалось 40 тысяч, тех, кто воспользовался этим правом. И процент тех, кто воспользовался этим правом, пришел на участок и реализовал его, то есть помимо того, что заявил о своем желании голосовать по месту нахождения, еще это и сделал, составил порядка 90% избирателей. Он будет теперь 45-3 дня, то есть за 45 дней до выборов, и не позднее, чем за 3 дня до выборов, человек может подать заявление в голосовании по месту нахождения, там, где ему удобно, и через единый портал госуслуг, и через территориальную избирательную комиссию, и через участковую избирательную комиссию, и через МФЦ.